В истории ивановского спорта состоялось событие поистине мирового масштаба. В спорткомплексе на улице генерала Хлебникова открылся международный турнир по художественной гимнастике «Марина Кап». В нем принимают участие 15 стран. Соревнования проводятся в Иванове второй раз, но впервые они включены в официальный календарь спортивных мероприятий Международной федерации гимнастики. Организатор турнира – мастер спорта международного класса Марина Шпехт, многократная призерка и победитель этапов Кубка мира. Этот турнир создан для того, чтобы ивановские гимнастки получили право претендовать на звание мастера спорта международного класса, не выезжая за пределы родного города. Это достаточно серьезное соревнование. У нас в России таких соревнований практически больше нет. Есть только одни, которые проходят следом за нами в городе Ярославль. В Москве в основном и в Санкт-Петербурге проходят Кубки мира, чемпионаты Европы. А мы пока с нашим таким залом можем принять, естественно, сравнительно небольшое количество участниц. Но я думаю, что мы будем расти.